На приеме у главы городского округа Сухой Лог Станислава Суханова прошло торжественное чествование медалистов, выпускников 2011 года. По итогам учебного года среди 11-классников городского округа было два медалиста – Алексей Пудиков с золотой медалью и с аттестатом с золотым тиснением, выпускник лицея, и Наталья Фомина – серебряная медалистка муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 4. У Алексея интересы физико-технологического характера, активный участник олимпиад, областных и научных конференций. Будущее образование золотого медалиста между физико-технологическим и радиофакультетом. А Наталья склонна к наукам гуманитарного профиля. Она планирует поступать в юридическую академию. Ребята порадовали родителей, оправдали надежды учителей, а самое главное, утвердились в собственной силе и знаниях. Звучали слова благодарности первым учителям, наставникам и родителям, а также слова напутствия медалистам. Уважаемые родители, примите сердечное поздравление по случаю успешного окончания школы вашими детьми и начала нового этапа на их жизненном пути. Вы по праву можете гордиться их успехами. Вы с честью выполнили свой родительский долг. И сегодня вашим детям предстоит самостоятельно вписывать новые страницы в летопись родного города, создавать славу и мощь нашей Родины. Поздравляем ребят с истинной, большой и заслуженной победой и желаем не останавливаться на достигнутом, а завоевывать новые просторы знаний и наук.